Эй, йоу, привет! С тобой Врумыч, и мы продолжаем наш кач мистика. И что вы наделали под последним роликом? Я попросил 40, вы поставили просто уже 55 лайков. Спасибо просто огромнейшее за поддержку. Еще бы, конечно, комментарии приписали. Ну, ладно, вы вообще просто красавцы. Сказано, сделано. Я просто сразу же сегодня проснулся, пошел качать мистика. Хотел еще сегодня второй видос выпустить, но, скорее всего, завтра, значит, будет два видоса, которые я запланировал. Вот, давайте договоримся так. Теперь, в общем, от вас реально все зависит, вы уже это поняли. 50 лайков, я думаю, это будет наш порог для ежедневного кача мистика. То есть, если вы будете ставить 50 лайков каждый день этому видосу, этим выпускам, мы очень быстро ворвемся до 100 левела и начнем фармить нирку просто без доната, оденем этого мистика и будем просто кайфовать. Из хороших новостей хочу сказать, что ввели промокод. Если вы не смотрели вообще, что было в обновлении, посмотрите прошлый видос, вот в аннотации он появился. Ввели класснющий промокод. Наконец-то дали нормального питомца. Правда, единственное, питомец не апается. То есть он первого уровня, у него 9 МС, но по сравнению с конем... На нем так кайфово бегать, вы вообще не представляете. Также начал подбирать ресы, вот эта вся история. Там, короче, в этом промокоде и гиперы, которые я уже сразу воткнул. Я думал вов пойти, но думаю, блин, я хотел вот на квестах качаться. И там еще камни медитации тоже дали. То есть можно вообще было сейчас мне после этого кача залететь... Ой, кстати, я сдох. После этого кача залететь в медитацию, просто апнуть за ночь. Возможно, даже за 2 дня, там, 50-й, просто вообще ни о чем. То есть кач вообще очень максимально легкий, еще и с промокодом, который дает вам питомцев. Шар дракона 6 уровня, там, может, что-то тыкнем когда-нибудь. Еще что-то там, там куча ништяков, фанты там, ла-ла-ла. Ну, короче, подробнее в описании, это я все оставлю. В общем, что по качу? Я забыл, как я качался. Представляете, я вот не качался за мистика, я забыл, как я качался. И я сегодня вспомнил, какой кайф просто открыть доступные задания, обижать всех нипов, взять все квесты, потом пойти убить всех мобов и потом все эти квесты. Ну, то есть взять все квесты, потом побегать по нипам, которые, потому что по некоторым нипам все-таки квесты появляются, по ним тоже нужно бегать. Кстати, Чонпона тоже делаю. Да все, кач по полной пошел. Так вот, побегал, квестики поздавал, вот... Потому что на питомце реально просто. Ну, он выглядит, кстати, очень симпатично на самом деле. Прям реально кайф на нем бегать. Побегал, поздавал все квесты. Вот сейчас до сих пор, смотрите, бегаю все это время. Не знаю, реально релакс. Реальный релакс. И потом начинаем бить мобов. Кстати, в этом же выпуске я попробую сейчас побить 39-ю вожуху. Я уже драконов убил. Там, получается, вожак преисподней каких-то там львов или кого-то там. Короче, возле 29-го данжа. Так вот, его я не осилил вообще. И, кстати, да? Смотрите, что я делаю. Делаю титулы. Титулы, про которые я как раз-таки рассказывал. Я комбинирую. Сейчас ищу Вэйсяо Бао. Сразу сделал два титула. Просто, ребятки, если... Вот титулы можно уже такие. Вот это я сейчас до сих пор их делаю. Можно делать просто с 30 уровня. Вам ничего не надо. Тем более, там квест на Вэйсяо Бао. Вы берете квест этот деревни рыбаков. Ну, смотрите, по гайду, в общем, это цепочка вторая. И берете в ГД и выполняете сразу же два титула. Получаете, выполняете квест. Еще здесь немножко побегаю по титулам. В общем, ну кайф. На 30 левеле. Кстати, еще по поводу титулов. За них все-таки количество квестов засчитывается. Так что можно еще и квесты апать. У меня уже 300 квестов после сегодняшнего дня. Уже мобы стали биться потяжелее на самом деле. Но у меня пушка 19-я. Я не знаю, наверное, как-то до 50-го доживем до коробки. А там уже будем уже что-то придумывать. Хотя, возможно, можно что-то посмотреть. Я помню, на 43-м был диск на 3% пения. Вот я бы что-то его заимел, если он вообще есть на сервере. Потому что, как я помню, основные вот эти самые маленькие голдпухи, их нет в крафте. То есть нельзя тащить за фишки и так далее. По баблу у меня 1,5 миллиона, но я ресы продолжаю копить потихоньку. Вот, продам, наверное, когда-нибудь попозже. Надо инвентарь еще расчистить, четвертый этот квест выполнить у банкира. Думаю, наверное, ресы просто докуплю, чтобы их не собирать, потому что мобы уже большие. В общем, это все. Надеюсь на вашу поддержку, да. И, возможно, кстати, постримим, может быть, мистика, да? Хотите, нет? Пишите в комментариях.